Столкновение на митинге неонацистов в Швеции. Пострадал полицейский. Ультраправая группа «Северное движение сопротивления» вывела на демонстрацию в Стокгольме около 40 человек. Хотя разрешение на проведение марша не получила. Их встретила группа антифашистов. Противников пытались разделить полицейские. В ответ демонстранты напали на правоохранителей. Напомню, в сентябре десятки людей были задержаны после столкновений с полицией во время марша этой же ультраправой группы в Гетеборге.